Ну да, победа крупная, но во главу угла сегодня результат не ставили, потому что через 3 недели на этом стадионе, на этом поле предварительно запланирован матч на Суперкубок. Если каких-то природных катаклизмов или форс-мажора не случится, то нам здесь предстоит играть за Суперкубок с Солигорским Шахтером. Здесь газон немножко отличается на том, на котором мы сейчас тренируемся в Гомельском манеже. Поэтому хотелось бы немножко адаптироваться, посмотреть состояние газона. И вот эти вот, наверное, основные моменты были сегодня. И, конечно, посмотреть наше взаимодействие в различных сочетаниях. В общем-то, получилось, судя по счету, крупная победа. Это хорошо, это всегда приятно, но есть нюансы, на которые надо нам обращать внимание, совершенствовать их, и чтобы таких моментов хороших было как можно больше. Хватает и хороших моментов, приятных, и негативных каких-то, которых хотелось бы, чтобы было поменьше. Сегодня было достаточно много игроков на просмотре. Довольны ли действиями? Да, довольны. Это не первый год ребята играют в футбол, поэтому произвели хорошее впечатление.